Вот тут носки кто-то одевает. Здравствуйте. Тут Женя сидит. Смотрят, чего? 12 стульев. Сейчас ходили куды? За земляникой. Да где? Вот, ну-ка, где у нас тут земляника? Вот. Вот земляника, вот земляника. Вот земляника. Они говорят, что это уже отходы, остаточки. Ну, то хорошо. Чё? А Валя в первый раз набрала сколько там? 13 литров? Чё? Третий? Да еще брала. И вообще, пойдем сейчас на улицу посмотрим, где... Вот, выходим из ограды. Смотрим. Начинают цвести жасмины. Где они? Вот они, жасмин. Сирень сегодня нынче цвела, а сейчас уже начинает цвести жасмин. Кс-кс-кс-кс. Рыжа, ты где? Рыжа. Вот наша Донина. Вот. Вот тут цветничок, но он нынче не очень. Там гараж с машиной. Вон там по дороге Курмышевский. Буханка вон там стоит. О, тут проулок. Да, наконец, деревни. А здесь наши угодья. Здесь вот уже край пасеки. Вал на пасеке. Вот мы идем. Вот на крестах находимся. Вон Галин дом теперь наш. Туда идет к железной дороге. Дорога. О, рэк затявкал где-то. Вот дом Галин. И вот проулок. Дорога. Здесь пасека. Деревья я обрезал, но вон как разрослись они. Тёв-тёв, там этот тявка. Идем сюда, смотрим. Орешники нынче будут, вон уже разрослись. Вот наш истукан там стоит. О, вон котяра выбежал. Вон Риня за ним бежит. Риня, хватит кота. Хватит. Кот хотел смыться, а она его поймала. И давай мучать. А-тя-тя. Наверное, уже клещи на него сейчас меньше нападают, а то было столько клещей нынче. Вай, ужас. Вот, вон они, хулиганье. Тут вон еще роза где-то цветет, роза ругоза. А где? Я ее что-то не вижу. Вон, 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 кот-то бегал. Эй, котяра, что притаился? Рин, ну отчепись от него, а. Он рыбу, наверное, сейчас ел, рыбой пахнет. Рыба пахнет котом. Котом-барматом. Киса, рыжа. Киса, рыжа, киса, рыжа. Вон какая бесстыжа. Эч, хвостиком ля-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 ля. Рыжа, ну скажи мяу так, как ты говоришь? Хрипит. А вон там не клещу его над глазом, вон там. Ну вон, нет, вот тут. Нет, это выболело. Кто? Выболело. Да ну, выболело. Ах, какой светлый рыжий котяра. Эй, обратно-то ты собираешь? Ну, Линя мучает кота. Во, ему приемы самбо. Прямо лапы отламывает. Рин, ну перестань.
Все. Вот сейчас солнце немножко подосело, так. Жасмин лучше видно. Вон какое. Но еще не полностью распустился. Вот, а будет сильно такой ядреный. Потом еще сниму. Пойду сейчас через ограду на усадьбу. Подошел к колодцу, выхожу из ограды. Вон там пасека. Ночи холодные. А вот к вечеру только пчелы разлетались. Вон они там как сильно летают. Потом зайду, вот пойду посмотрю, где там Ринька с котом. Здесь у нас вот горох. Тут вот, не знаю, много котовника. Тут опять горох. Там вон пихта, можжевельник. Тут лучок увалит, тут опять лучок. Там перцы. Там вон касатик где-то растет. Вон там, вон красивый касатик, вон какой. Ну он что-то по одному, по два цвета пока. Вот здесь пион небольшой зацвел, тут перцы тоже. Там вон тепличка была, но не покрыл нынче пленкой. Там помидоры, но недавно их высадили. Вот тут люпины нынче посадили. Нет. Вот тут топинамбур, люпины, там девесил растет. Тут вот клумба, бочка стоит. Там в пруду уже вода почти высохла. Вот сейчас стоит сухая погода, пчелы почти не пьют, за нектаром летают. Тут еще лилии цветут, там воскотопка стоит, вон там лилии, там весь огород, мы потом зайдем. Тут огурчики, немножко я их выкучу. Вот мелисса сплошняком растет, тут розы, ругозы цветут, белые розы уже отцвели. Вон там пион цветет вовсю. Рит, а где котяра? Риня где-то упустила котяру. Куда он от тебя сбег? Да, на вышке на лапу, был. Вот, ой, вышка оплелась уже хмелем. Вон как красиво. Витя, ну хоть голос подай. Че даже? Да, он от меня тоже смылся. Тут вот это я окучивал. Тут вот куча навоза. На ней сначала посадили дыни, но все дыни погибли. Вот тут одна только вот дынька пока осталась. А остальные вот тыквы я посадил. 9 или 10 тыкв. Не знаю, сухо да. Что? Кто на тебя опять, Риня, напал-то? Куда-то Риня побежала. Тут у нас два пугала стоят. Валя нарядила их что-то. Тут я еще почти не кошу. Это у нас дорожка. Будто бы там тоже. Там вон роза ругоза, она белая цветет. Картошку вот я окучил только что. Ой, а вон котяра-то. Что он там делает? Эй, котяр. Наверное, что-то нехорошее дело. Вон, притаился. Видишь, объелся да. Вот картошище наше. Вон, загребает, лапами. Я только окучивал. А он там все нарушает. Весь порядок. Ай-ай, зачихал. А какой. Крыса. Крыса рыжая. Он ходит. Тут мышей бы лучше ловил. А то роют, наверное, опять эти водяные полевки так. Они это непростые мыши полевки, они так грызут все. То держись. Да, киса. Рыжая, киса, рыжая, вон там. Видишь, наш огород. А куда пошел-то? Вон пошел. Рыжая, вот картошище. Там он малинник
за картошечком вот тут. Вот, нынче малина хорошо цвела, но уже отцветает, так малины должно быть. Вот тут еще в одном у нас месте, с другой стороны. Мы идем тут. Яблок должно быть много. Вот тут яблони, тут боярышник. Тут куда мы идем? То еще волк осиновый. Не совсем сгнил, тут стоит. Котяра где-то спрятался. Котяр, рыжий, рыжий. Вот я забрался на вышку и с вышки снимаю панораму огорода. А где котяра? Где-то вот тут вот сидел. Котяр, вон притаился. Кыса-рыжий, кыса-рыжий, кыса-рыжий. Иди сюда. Кс-кс-кс-кс-кс. Меня пчела жогнула. Вот нифига себе, пчелы начали нападать. Че я? Тут им помешал в чем-то. Не должен бы. А они на меня хать-хать. Вот тут мелисник разросся. Пион вон вовсю. Там эти всякие розы. И колючая белая. Розы ругозы еще цветут. Вон там огород. Вот тут вначале капуста, потом там горох, там опять капуста, лук, морковка и там все такое. Цветы все, вот только лилии в основном цветут. Гладиолусы вон там еще нет, там ничего, вон там вон кабачки тоже еще небольшие. Вон. Так сейчас сухая погода, поливать приходится. В мае-то, в начале июня все дожди шли, а сейчас сухо стало. Вон там он за картошечком смородильник с крыжовником, а там потом вишни и все. Там дальше я на краю копаю сейчас, но не все еще скопал. Но сейчас мошка заедает, пауты, комары. Вот там баня, ограда, гараж, все остальное. Тут у нас вот тут черноплодка, тут еще бревно осталось, лестница на него наклонил я, чтоб не сырело. Вот тут хмельник-то, эш, как вымахал. Где-то чекан или кто-то стрекочет. Гнезд тут много. Одно гнездо Валя вон эту жимолость собирала. Нашли, а другого там я копал тоже. Надо бы сходить посмотреть. Птенцы не вывели, если уже большие были птенчики. Ну пойду слазить с вышки. Рыжа, тут мамка что-то посадила. А ты сидишь вот пугало за вышкой. А ты тут спрятался. Что тут улегся? Рыж. Тут же у мамки вон эти цветы, ну не знаю, что тут растет, но он кажется хоть бархатцы немножко, да еще какие. Рыжа, убирайся, не хочет никак. Ну хрен с тобой, сиди. Я пойду дальше куда-нибудь. Вот это пугало с медалей, еще одно. Я сделал этот, как его... От пчел сетку, но она из зеленой, плохо видно, так он на пугало приспособили. Вот пойду туда схожу. Ой, вон мамка куда-то полезла. Куда ты полезла-то? Ой, пчела опять нападает. Ну что такое? Меня укусили уже сегодня. Вот я пришел к кусту жимолости, там вон яма у нас. Вот тут лес, тут куст жимолости. Ну-ка, где? О, во,
А это кто такие? А это не дрозды случайно? Какие-то они больно крупные, большие. Гляди, ты какие открыли. Ням-ням-ням-ням-ням. Дроздики. А что, поди дрозды ведь? Они припухшие вы, а? Это больно крупные. Ой, какие у вас пасти-то. Вот две так совсем, да там четверо вас. Я думал, один вообще там что-то плохо лежал. Рот не открывал, думал, умрет. Нет, вон, все четверо. Хоть бы что. Вон. Посмотрю, вот видите, кус. Кус жимолости. А вот. Вот они. Какие у них. Ай, тут на меня паук сел. Ну, ладно, оставайтесь, живите тут. Пойду еще тех проверю. Может, те тоже там что-нибудь. Ай, вот закрываю. Вон они спрятались. Вот. Кто-то летает. Неужели это дрозды? Нет. Голубенькие дрозды. Здесь вот яма. Здесь синяк растет. Он я его года 4 или 5 назад посадил. А он все опять самосевом. И пчелы вон на нем. Ух, сейчас. Вон там он растет. Хоть бы что. И тут вот тут топинамбур. И среди него синяк. Я даже, наверное, не сел. Вот спущусь. Куда? Тут вот. Ух! Молодило. Ха-ха. Вон их сколько цветоносов? 5 штук нынче. Я думал, оно уже это вырождается. Нифига. Вот. Раз. Вот тут 2. Вон там 3. И 4. И 5. Вот тут что-то, вот туда куда-то оно, молодило-то попало. Вот тут где-то оно есть, ну ладно, там не видно, в топинамбуре. Там опять синяк, вон там можжевельники растут, 2 мощных. Тут ива. Тут вот я привил на рябину груши, так вон сколько-то привилось, вон при... Потом беру, так может отпасть, конечно. Но каллус, если хороший образовался, то будет нормально. Вон туда вон схожу, там у меня как бы такая яма, выемка. Ой, вон смородина красная уже поспевает. Сейчас дрозды налетят и сожрут. Вон я пришел оттуда, там вон яма. С навесом. Здесь первичный сад, здесь вот вал. Я здесь рыл давно уже, года 4 назад, даже больше, наверное. Ну, было некогда. Вот здесь вода стоит, все. Вот сейчас немного уже осталось. А весной было очень много воды. Вон туда вон схожу, где сейчас копаю. Вон туда вон. Там вон свежие мои покопы. Убирайтесь, пауты. А вот вода. Тут пчелы, наверное, воду берут, да? Вон они берут. Пойду туда, значит. Вот пришел на другую сторону этой ямы, канавы. Вон я там был. А сейчас вот тут вот прошел по краю, сюда пришел. Здесь вон на валу, на большом груши, но тут заросло кипреем. Он еще не цветет и всякой ерундой. А тут вот гнездо было. Вон уже вылупились, вон как улетели. Вот тут вот гнездышко было. Все, птенчики вылетели. Ну, никто их не съел. Никаких остатков не вижу.
Вон там вон вышка. Вон. Здесь первичный сад. Тут вот вишни. Не знаю, будет нынче ягоды-то. Вот еще белые розы цветут немножко остались. Вот здесь вот я скосил. Нынче надо бы тоже это убрать, землю. А вот тут почву на два штыка лопаты я нынче убрал. Вот. А там копал еще в прошлом году. Тут вот вал делаю. Вот пойду туда. Тут кто-то бегал. Видишь, какие паразиты. Вот тут я копаю. Вот моя точила лежит. Вон сколько много. О, приходится. Вот тут я все копал. Вон уже опять заросло. Все убираю эти вот осоты-то. А тут вот нынче копаю. Там вишня, тут терновник в основном растет. Тут вон боярышник где-то. Тут я терновник и сам подсаживал. Здесь вот насадил малины. Она прижилась нормально. Осенью я ее садил. Так вон нормально будет. Вон тут яблони садил поверху. Ну, плохо прижились. Ну, из четырех, наверное, три-то должны прижиться. Одна, похоже, гикнулась. А тут же и садил и сливы нормальные. Не терновники, а сливы. Они тоже вон там, вон поверху. Что-то есть. Вот тут вот нынче, недавно, вот на той неделе копал. Немножко покидал, но земля высохла. Вот тут все зарастает. Вот край-то. Вот вал. Пойду туда, выйду. С края усадьбы снимаю. Вот вал. Тут я посадил этот золотарник. Но он вымахал, конечно. Но еще пока не цветет. Он цветет где-то в августе. А там за золотарником много... Ой, как ее? Ежевики. Но ежевика такая ползучая. Вон она цветет. Не знаю, тоже ягод-то. Эти не очень ягоды-то. Другая вот ежевика у меня была, так она почти вымерзла. Вон там... У Курмышева луханка стоит. Тут вот вал. Тут гараж. Машина. Тут вал. Опять здесь котовник. В основном там вот сливы. Ну что, тут вот вымерзли. Видать, растения не подсевал. Ну что-то тут будет. Еще там вон. Ограда, вход и дом. Вон туда все, пойду. Там начинают цвести жасмин, чубушник и все остальное. О, забрался я на вал около гаража. А тут вон котяра ходит. Пищит. Котяра. Мяу. Чё? Кейс, иди сюда. Ну, котяра, иди сюда. Да тут заросли большие, ты не пойдешь, конечно. Во. Тут вал вокруг бани, ограда. Вот растут сливы. Вот дорога около дома. Там он эспарцет. Вот тут вот все, эспарцет цветет. Я его года два назад посадил. Он вначале плохо что-то рос, а сейчас он многолетник, видать. О, такие розовые цветы. А некоторые даже не розовые, а какие-то фиолетовые, синие. Ну, вон там. Бочка с водой, теплица, там вон вертлюг, вышка. Вон. Валя ушла за этими, как его, за земляникой.
Котяра тут ходит, Ритка телевизор сидит, смотрит. Вон этот высох почти у нас прудик-то. Ну тут рогоз уже вырос, вон цветет рогоз. Рогоз большой и рогоз узколистный. Два вида. И осоки тут много, вот тут вот растет. Тут вот у меня как дорожка с ограды, и отовсюда вода сливается. И тут туда течет. Че там? Кто мяукает? Кто мяукает? Это киса, киса рыжий. Куда пошел-то? Киса рыжий, киса рыжий, киса рыжий, киса. О, вот он идет. Где? Кисуля? Кисуль, ты где? Кисуль, у меня эти пауты всякие одолевают. Вон он, вон. В траве тут. Ай, шарашится. Кисуля? Кисуль? Из-за травы тебя плохо видно. Кисуль? Рыжа? Рыж? Рыжа? Вон тигра спрятался. О, идет. Во. Кисуль. Кисуля, рыжуля. Рыжуль. О, рыжий выбрался ко мне. Рыжуля. Кисуля, рыжуля. Кисуля, рыжуля. Кисуля, рыжуля. Кисуля, рыжуля. Во какой он. Во какой он у нас. Целый лев. Да? Мышку давай лови. Мышку лови. Тут мышей, наверное, прорва. Ой, там он. Вся только что-то отошла. Ёлы-палы. Прогниет тут мой гаражик. Давай, спускаемся. Пошли вместе. Вон, он слез. Я пойду. Ой, побежал. Туда побежали тому, а. Кейс, ну чё испугался? Киса рыжий. О, тигр. Прямо. Идёт тигр. Или лёв. Лёв или тигр. Мяу. Киса. Киса рыжая. Хороша тут жизнь, да, у тебя? Вот. Киса рыжа. Ладно, хватит, уже вон сколько я наснимал. Схожу еще на пасеку, посмотрю, как пчелки наши летают. Вот, первый улей. Эш, сколько их тут. И трутни летают, и разлетались к вечеру-то. Утром-то плохо летают до обеда, потому что холодная ночь. Вот первый ряд, нынче они что-то плохо перезимовали. Вон там и маток не было, и вообще вот тут вот сменили старую. Ну так себе, что-то начали летать. Тут домик. И здесь я дымарь заправляю. Пойдем еще посмотрим. Второй ряд. Ну, здесь много ульев. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять ульев. И в основном хорошие ульи. Здесь третий ряд. Вот этот на отшибе стоит. Там тоже ульи хорошие. Вон два особенно большие улиток. Ну и там еще улики есть. Здесь вот хороший улей. Вот этот перезимовал тоже хорошо. Давно уже дает мед. И этот, там он в последнем, конечно, тоже что-то они забарахлили. Матки не было. Нет, матка была очень плохая. Так менял. Ничего-то не сменил. Ну пусть мед таскают. Здесь рядик такой, средненькие улики. И последний, конечно, тоже. Что-то он
Видать, матка плохая. Вон с того улья синего так уже брал мед. В этом ряду вот этот улей матку я сменил за счет роящихся. Вот эти нормальные. Вон двухкорпусный, вот тот что-то подвел, но я ему во второй корпус дал еще рамок с пчелами и расплодом, может очухаются к основному-то медосбору. Вот здесь вот улики тоже большие, 4, 2 больших очень, но медом пахнет. Здесь хороший, вот большой улей, вон там, ну в последнем что-то пока магазин не поставил, вон там на стеллаже, сколько у меня их, 6 ульев, ну пришлось некоторые местами менять, и вон в конце один улей был, я его ликвидировал, вон там стоит, вдали, один лишний как бы оказался, остальные все затарены, ну и здесь последний, как бы их вон 6 ульев, один-то развернул он самый крайний, а эти сейчас постепенно разворачиваю, чтобы к югу, и тут вот по дорожке вот в этот ряд работать и в тот ряд работать, а то если этот ряд был направлен литки на этот, вот тут я ходил когда, а и они злятся, начинают на меня нападать. Да, вкусно пахнет. Вот там истукан стоит. Там розы белые. Ой, тут нависло. Вяз-то большой вот там вот был. А сейчас от него все равно что-то пошло. Вот тут лестница на вал у меня стоит. Иногда лазаю. Там спирея уже отцвела. Тут вот топинамбур стоит. Тут подпер дом. Крышу, а то она начала кое-когда валиться. Ну что, вот пчелы летают, хорошо сейчас-то летают под вечер. Вот эти два улья, например, поменял, вон те, третий и четвертый тоже поменял, да. Вот распределились пчелы, а то два улья почему-то были очень слабые, без пчел. А два сильные, а вон как летают. Вон, например, вон, туда-сюда, туда-сюда. Вон ядрёно там, пчёлки-то. Вот это, трутней много. Да. Вон, трутней-то сколько. Где-то паслись, развлекались. Ну да и пчелы вообще-то есть. Работает все равно. Малина, да и, ну, есть клевер. Белый, ползучий. Есть еще. Ну вон сосны эти берут, например. Так уже, наверное, дудник или что-нибудь зацвело. Вот здесь посмотрю, как пчелки летают. Вот круглый леток верхний. Это тоже трутней много. Все плохо. Плохо видно. Близко расстояние, что ли? Нет. Вон они лезут-то. Отойдем. А вон там, мне казалось, очень много. Они в передний леток не летают, а в боковой только. И вот уж так их лезет. Вот сейчас посмотрю. Да нет, сейчас утихомирились. Видать, трутней много было даже. Вот сейчас. Вот. Так тоже. Как трутень полезет, так такую может весь леток закрыть свою, как матросов, амбразуру.
Вон они как толкутся. Бедные, надо и туда, и сюда. А туннель один всего. Вон тут и с обножкой иногда бывает. И с беленькой, и с желтенькой. Можно смотреть часами, как они тут лазают. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Туда-сюда. Вот улики. Здесь как летает. Писается эти. Ну, нету концентрации. Слишком близко. Вот. Ну, дальше вот видно. Нормально летает. Ну и этот улик почему-то уже труднее некоторых выгнал. Не пускает слишком много их. А вот тут на солнышко, ну-ка посмотрю, как пчелики летают. Вот. Вон, обножку какую красивую тащит. Вон. А что за рыжа? Какая-то обножка. На некоторых была. Вон трутни летает опять. Аж паразитарий. Да, трутней-то больше, чем работающих пчел. Вон они какие красивые. Сейчас желтая, с желтым брюшком прилетела где-то. Где-то она что-то такое желтое нашла. Вся обвалялась в пыльце. Вон обножка желтая. Давай. Я видел. Ой, а там он упало. Ой, две упало. Ничего себе. У этого вот прилетная доска упала. И у этих упало. Надо сейчас что-то сделать мне, чтобы они вон не могут. Летают как эти по полу. Нет, сейчас пойдем выручать их. Вот. И этих надо.